Годами люди спорят, что же лучше, ПК или консоль. Ну что ж, сейчас я расскажу вам, что же все-таки лучше, и надеюсь, после этого видео вы сделаете свои выводы между ПК и консолью. Вообще, как мне кажется, раньше люди меньше спорили, что же лучше, консоль или ПК. Только недавно, 2-3 года назад, этот спорный вопрос вынес в массы айтипедия, а другие ютуберы начали присоединяться на ту или иную сторону конфликтующих, так сказать, фракций. Как мы видим, и по сей день люди так и не пришли к консенсусу. Но почему? В чем причина неразрешаемости конфликта? Сейчас вы, наверное, удивитесь, но я считаю, что причина именно в людях. Так давайте же разбираться. Что такое ПК, никому объяснять, конечно же, не нужно, потому что он есть почти у каждого. Особенности этой платформы – это ее универсальность. Захотел – поиграл в игры, захотел – залез в интернет, захотел – напечатал документ, да и игры можно спокойно пиратить сколько вздумается. Есть только одна маленькая проблема – это так называемый апгрейд ПК. Зачастую, чтобы поиграть на нормальных настройках графики, нужно покупать более-менее хорошее железо, которое в свою очередь стоит не очень дешево, а тем более с недавними событиями бума майнеров, то видеокарты поднялись вообще до каких-то заоблачных цен. Но зато хороший, мощный компьютер выдает картинку в несколько раз лучше, чем консоль. Но в свою очередь я считаю, что на стороне консолей другое преимущество. Их не надо апгрейдить каждый раз. Мне самому стало интересно, так ли это. И правда ли, что консоли обладают таким большим запасом мощности, а ПК нужно обновлять каждый год? Я начал эксперимент с того, что искал равного соперника консоли. Для справки, PS4 в России вышла в ноябре 2013 года, и средняя цена при выходе у нее была 18 тысяч рублей, что по нынешнему курсу $275. А у Nvidia уже была видеокарта GTX 760, которая вышла 25 июня того же года, и цена при выходе была 16 400 рублей, что по нынешнему курсу $250. Вся информация есть в интернете, и вы можете спокойно ее найти и прочитать. Уже видна небольшая разбежка в цене, но за 275 баксов вы получаете полноценную консоль с геймпадом, в которую вы уже можете играть. А вот со стороны ПК вы получаете только лишь видеокарту, поэтому нам нужно еще сюда добавить процессор, оперативку и так далее. И чтобы долго не тянуть, давайте быстренько пройдемся по комплектующим. Комплектующие и цены я брал в интернет-магазине у себя в стране, поэтому если кому будет интересно, пишите в комментариях, я все ссылки скину вам и вы все проверите. Итак, процессор FX6300, цена $50. Оперативка на 8 гигабайт, цена $40, материнка $50, блок питания на 500 ватт и жесткий диск на 500 гигабайт. $47. Все комплектующие я брал самые дешевые. Если еще раз повторяюсь, кому будет интересно, все комплектующие и ссылки на них я скину вам в комментарии. А, еще я забыл про корпус. Корпус я нашел самый дешманский за 13 баксов. Плюсуем ко всей сумме и в итоге целый компьютер у нас получается $450. Некоторые люди будут писать, что собрали бы лучше и дешевле, и я с вами соглашусь, потому что я говорю, что эта сборка была только для сравнения, и это сравнение того, что люди могли собрать в те времена, 2013 год. Итак, вот что мы видим на примере теста игры Battlefield 4. Говорю сразу, тест не мой, но спасибо парню, который делал его. Ссылка на тест будет в описании. Не знаю, как эта отсталая пародия на консоль попала сюда, но я про Xbox. Ну, раз она есть, сравнивать будем троих кандидатов. На ПК игра запущена в 1080p и высокий пресет графики. Реальное же разрешение PS4 это 900p, ну а Xbox вообще 720. Между консолью PS4 и ПК по качеству графики вы сильной разницы не увидите. FPS, да, на 10, это максимум 10, но вот на 6-7, вот максимум 10 FPS разница есть между ПК и консолью. При этом разрешение, да, Full HD на консоли 900p. Особой разницы в этом нету. Вы не будете присматриваться каждому пикселю, каждому полигону. Вы не будете этого делать, потому что вы будете наслаждаться игрой. Come on.
Хочу подвести итог этого видео. На тесте вы видели, что сборка тех лет почти ничем не отличается по графике от PlayStation 4, но стоит она почти в два раза дороже. Конечно, вы можете купить более дорогостоящую видеокарту, чтобы улучшить графику в разы, и она, конечно же, будет отличаться от той же PS4 и даже от PS4 Pro, но тогда вы не имеете права сравнивать PS4 и дорогостоящий ПК с той же, например, GTX 1080, потому что временной промежуток у них, ну, очень большой, да и стоит она как несколько плоек. Если человеку нужен, например, ПК для серфинга в интернете и работа с документами, и он просто захотел во что-нибудь поиграть, то PS4 это его вариант. Также, если у вас немного денег собрать топовый игровой ПК, и вы не хотите со всем этим заморачиваться, опять же, PS4 это ваш выбор. Но многие скажут, мол, но PS4 игры не спиратить, а если покупать, то можно разориться, и я с ними соглашусь, опять же. Игры для нашего СНГ сегмента стоят очень дорого, потому что, в отличие, например, от Steam, у PS Store нет региональных цен, и, например, цены в других странах ничем не отличаются от стран СНГ, а вот у любимого Гейба цены такие региональные, и поэтому игры, купленные в СНГ, нельзя будет запустить в Америке и наоборот. С этим связано то, что компания Sony в основном зарабатывает только на играх, а не на продаже консолей. Отсюда и такие высокие цены на игры, и платная ежемесячная подписка на PS Plus, чтобы играть онлайн. Да, я с вами согласен, звучит страшно, но помимо онлайна, она раздает кучу годных игр, разных дополнительных игровых плюшек по типу скинов, вещей, наборов и так далее. Но игроки нашли способ особо не тратиться на игры и просто продают диски на всяких Авито и остальных магазинах. Например, цена того же всеми известного диска GTA 5 с рук стоит всего $15, а в PS Store вы купите его за 30. Выходит дешевле даже, чем в Steam, и вы получаете лицензионный диск. Итак, пора подводить итоги. Если вы простой человек, который немного шарит в ПК, и вам не хочется заморачиваться с этой темой, то, конечно же, вам подойдет PS4, потому что на вашей стороне комфорт и никаких заморочек с железом. Но если у вас есть какие-то офисные задачи, то вы спокойно можете купить себе ноутбук, какой-нибудь дешевый, БУ или новый, и выполнять их на ноутбуке, тем самым иметь связку ноутбук и консоль. Но если ваша работа очень тесно связана с ПК, ну то есть это монтаж, работа с графикой, боже упаси, блогер, то без мощного ПК вам не обойтись. Также, если вы заядлый графодрочер и вы кайфуете от супер красивой картинки, то да, никакая PS4 Pro вам тут не сгодится, и вам по-любому нужен будет мощный ПК. Еще раз повторюсь, тут все очень сугубо лично, и все это, как говорится, вкусовщина, ведь если вам нужно большая мощь от вашей универсальной платформы, то вам только ПК. Еще для многих людей играет большую роль это взаимодействие с платформой. То есть для ПК это клавиатура плюс мышь, а для консоли это геймпад. И если вы играли где-то у друга или купили себе геймпад к компьютеру, и вам, ну, не нравится играть на геймпаде, и вы не можете никак научиться, хотя это, блять, очень странно не научиться играть на геймпаде. Ну ладно, если вы не можете научиться играть на геймпаде, то, конечно же, только ПК, потому что эмуляторы и всякие дополнительные аксессуары к консоли в виде клавиатуры и мышь — это все полный бред. Ну что ж, все, что я хотел сказать, я вам сказал. Еще раз повторюсь, что нравится вам, решать можете только вы. Никакой блогер, никакой друг, никакая подруга, никто, кроме вас. Потому что сейчас пошла тенденция, какой-то блогер известный сосрал что-то, ПК, например, или консоль, и все, начинают все хейтить ту или иную платформу. Это неправильно, как я считаю, и только вы сами должны определять, что для вас лучше. Надеюсь, я не зря снял этот видос, и он вам хоть немного да помог. А у меня все. Всем до скорого. Пока.